первый день, как мы купили бройлерных кур. От роду им сейчас 20 дней, вес 600 грамм в среднем. Сажать их с курами, несушками не стали, естественно, потому что говорят, что они просто побьют этих птенчиков. Поэтому, поскольку у нас не было помещения, мы их сунули вот сюда, в новострой. Водичка, еда кругом рассыпана, комбикорм, травки подсыпали. Ходят они, конечно, тяжело, сразу чувствуется, что это бройлеры. Летать не смогут, потому что перелететь вот эти вот преграды они не сумеют, скорее всего. Мы посмотрим по мере роста. Переночуют, завтра посмотрим их самочувствие. Цене 160 рублей штука. Некоторые спят на ходу. Стоит и спит. Что-то приснилось, что ли? Бедняги, генетические уроды. Ну, вкусные, говорят.
кто-то поет. Ни разу не видел, чтобы они пили воду. Вода здесь и здесь.